Ку всем, с вами Бабуб, киньте шиндалай косик и го смотреть видосик. Ребята, сегодня я вам расскажу еще некоторые новости о грядущем обновлении. Нам показали еще пару интересных постов, но подробнее сейчас мы об этом поговорим после того, как вы поставите лайк и подпишитесь на канал. Погнали! Стартуем! Итак, ребят, три часа назад нам показали вот этот красивый костюмчик. Как вы думаете, что это за костюмчик? Мне кажется, что это связано что-то будет с третьей формой кармы. Но это не точно, но сейчас посмотрим. И, ребят, сейчас я вам покажу пост, где разработчики нам дали намек, что у нас будет третья стадия кармы, и писали: отправьте фото того, как вы хотите, чтобы она выглядела. И, ребят, смотрите, какая классная идея, вот особенно, чтобы вот это была третья стадия кармы, это было бы круто. И даже Real Wax, смотрите, даже Каривроз, наш разработчик, отметил вот эту картинку, и может быть они возьмут ее во внимание. Вот такая классная аура. Еще вот ребята рисуют вот такой Dunes Fate, смотрите, тоже интересный рисуночек. Люблю смотреть комментарии, тут очень прикольно. Так, это все не то, это все не так. Так, тут тоже какие-то делают штуки, чтобы типа из руки вот это реншики торчало или что. Карма, this bloodline virtual prowess, не знаю, что это значит, но, короче, карма с bloodline, чтобы была связана, хотят с bloodline реншики, ребят, карма, чтобы была связана, может быть, так и будет, посмотрим. Вот еще, смотрите, какие прикольные вариации кармы, вот такие могут у нас быть. Цвет для Ember красный, для Nimbus желтый, для Hazel синий, для Dune зеленый и для обелиска пурпурный. Вот это придумали, уже даже, ребят, цвет ауры написали разработчикам, только сделайте. Вот смотрите, вот такие татуировки все предлагают разные для кармы. Ну, я тоже такое не против бы увидеть. Очень-очень много идей, надеюсь, они какие-то идеи эти возьмут. Мне лично нравится вот самый первый вариант, и они тоже его отметили. Давайте мы тоже лайкосик поставим. Это очень даже неплохая идея сделать вот такую третью стадию кармы такого злого челика. Но это, ребят, не все. Давайте посмотрим, что же с этими плащами не так. Все с ними так вроде бы. Сейчас зайдем на пост и посмотрим, что же это значит. Капля смыса. Что это значит, я не знаю. Пишите, как вы думаете, это новый костюм нашей кармы или нет? Что это за новый костюмчик нам предлагают разработчики посмотреть? Так, people are saying Shindai Ren. Может быть, это плащ Shindai Rengoku? Shindai Rengoku. Но нет солнышка. Если бы было еще солнышко, было бы похоже на новый Bloodline, ребят, Shindai Rengoku. Rengoku похожий Bloodline. Ну, я думаю, что может быть это даже он и есть. Ну, то есть мод Bloodline Shindai Rengoku, который должен бы быть уже тоже в этом обновлении вместе с боссом. Но это не точно, ребят. Да, тут разные идеи. Вот как раз я все читаю и вам показываю, что интересное. Так, можем ли мы нанести эти знаки шалфея на еще одну одежду? Кто-то хочет, чтобы вот такие значки были еще где-то, чтобы можно было себя, так сказать, приодеть. Ну, понятное дело, что разработчики читают все эти комментарии, ребят, и я думаю, что они тоже будут что-то нам давать, что-то интересное уже прямо завтра. Так как обнова, я думаю, будет завтра, и мы уже узнаем, чей это будет костюмчик, или это будет Shindai Rengoku, или это будет третья стадия кармы, или вообще что-то другое, что я даже не могу и представить. Если вам понравились новости, обязательно поставьте лайкосик, подпишитесь на канал. На сегодня все, всем удачи, всем пока.